Мониторинг роста цен в Ивановской области ведется в ежедневном режиме, начиная с 9 августа. Данные о стоимости 40 продовольственных товаров регулярно из правительства региона отправляют в Министерство промышленности. Учет цен на территории региона осуществляется в более чем 250 торговых точках. За ситуацией также следит Управление антимонопольной службы. С каждым фактом повышения цены разбираются отдельно. Каких-то резких колебаний, которые необъяснимы, которые вызваны спекулятивными какими-то характером, таких колебаний цен нет. Все колебания происходят в пределах нормы и прежде всего вызваны определенной сезонностью, которая может иметься, потому что, как вы знаете, сейчас идет процесс сбора урожая, вот, и определенное влияние, сезонное влияние на цены, на продовольственные товары, на овощи, оно безусловно есть.